большой ценностью нашего мира. Самым главным ресурсом мировой экономики является сам человек, его навыки и умения, его конкурентоспособность. Высокие темпы научно-технического прогресса проявляют новые требования к современным специалистам. На первое место выходит понятие «компетентность». Компетентность – это наличие определенных знаний и навыков в той или иной сфере. Главным становится не багаж теоретических знаний, а умение применять их в работе, умение сразу включиться в рабочий процесс. В Кыргызстане такое образование, основанное на компетенциях, можно получить в 8 центрах передового опыта, созданных на базе передовых региональных колледжей республики в рамках проекта «Программа развития сектора. Навыки для инклюзивного роста» Министерства образования и науки при поддержке Азиатского банка развития. Все основные направления развития профтехобразования отражаются в национальных стратегических документах. Это национальная стратегия развития страны, были внесены определенные предложения, и они приняты в этой национальной стратегии до 40-го года. И очень важно то, что буквально 10 мая 2021 года Кабинетом министров подписано постановление о утверждении стратегии развития образования сроком до 2040 года. В этой стратегии уже очень конкретно указаны те стратегические цели, в котором должна идти вся система образования и система профтехобразования в частности. Наш проект занимается разработкой формулы нормативно-бюджетного финансирования, и, к сожалению, по итогам анализа и пилотирования в наших 8 пилотных центрах передового опыта оказалось, что вот тот уровень финансирования, который на сегодняшний день используется этим учебным заведением, он недостаточен для предоставления именно такого вот качественного образования. Да? То есть оказалось, что порядка 96% средств тратится только на заработную плату преподавателей и на коммунальные услуги. То есть абсолютно ничего не остается на развитие колледжа, на материально-техническую базу, на внедрение инновационных технологий, на элементарный ремонт. Нам нужны современные, хорошо оборудованные учебные классы. Нам нужны современные учебные мастерские, которые обеспечены современным оборудованием и высокоэффективными, хорошими наглядными пособиями. Все эти помещения должны быть доступны для лиц с ограниченным здоровьем, потому что инклюзивность обучения тоже очень важный вопрос, и во всем мире эта тенденция на сегодняшний день широко развивается. И в нашей стране мы хотели бы, чтобы те люди, которые имеют санитарный доступ к определенным профессиям, несмотря на ограниченность своего здоровья, могли получить достойное образование и могли в будущем сами себя обеспечивать, работая на предприятиях. Проектом разработаны имеется 16 приоритетных специальностей и 10 приоритетных профессий системы начального профтехобразования. Все эти учебные программы обновлены с точки зрения внедрения критериев компетентности, с точки зрения внедрения, особенно это важно для начального профтехобразования, модульных учебных программ. Следующим очень важным направлением для нас является сотрудничество с работодателями. Работодатели – основные заказчики наших специалистов. Они должны получать, для того чтобы эффективно развивать свои производства, должны получать высококвалифицированных специалистов. И когда мы готовим учебные программы, мы обязательно должны спросить у них, на каком уровне и какими навыками, компетенциями должен обладать будущий их работник. В пилотных центрах передового опыта, сформированных в рамках проекта «Программа развития сектора. Навыки для инклюзивного роста», студенты обучаются по приоритетным специальностям. Эти специальности были выбраны после тщательного анализа региональных рынков труда.
Основная цель нашей этой инициативы – это помочь нашим колледжам улучшить их деятельность по предоставлению образовательных услуг, то есть улучшить деятельность профессионального образования в целом, которое они предоставляют для молодежи. И в данном направлении наши колледжи должны знать, то есть центры передового опыта, мы надеемся, что они будут следить за тенденциями изменений в экономике на локальных рынках труда, в целом по стране. И они должны ориентировать свои образовательные услуги на эти изменения. И в данном направлении мы подготовили методологию анализа спроса и предложения на локальных рынках труда. Она такая в облегченной форме и более приемлема для использования в учебных заведениях, да, в образовательных организациях. В прошлом году мы провели пилот данной методологии, экспертами была разработана методология, мы провели пилот, апробировали в наших центрах передового опыта. После использования данной методологии, после анализа, наши центры передового опыта будут знать, какие же профессии пользуются спросом сегодня, какие профессии или специальности будут пользоваться спросом на перспективу, да, то есть на будущее. И это им поможет регулировать перечень образовательных услуг, которые они предоставляют молодежи. Получается, обучение в 8 передовых колледжах ведется на основе анализа рынка труда по тем специальностям, по которым точно можно будет найти работу. Причем работу хорошо оплачиваемую, ведь в рамках проекта колледжа обучают студентов по экспериментальным образовательным программам. В рамках нашего проекта внедряется компетентностное обучение, то есть это обучение, направленное на формирование компетенций, необходимых для работодателей. То есть все мы знаем то, что с развитием научно-технического прогресса сейчас очень много предъявляется требований к выпускникам учебных заведений, они не всегда отвечают этим требованиям. И как раз таки, чтобы восполнить вот этот пробел в знаниях, чтобы у выпускников были самые востребованные компетенции, то, что вот востребовано на современном рынке труда, разработаны как раз таки эти образовательные программы экспериментальные. Они направлены на конкретный результат обучения. То есть для этого у нас, скажем, первым шагом была такая вот очень тесная работа была проделана с работодателями. То есть мы разработали профессиональные стандарты, где были описаны все знания и навыки, которыми должен обладать выпускник учебного заведения. И уже на основе этих профессиональных стандартов разработаны наши экспериментально-образовательные программы. Также здесь хочу отметить, что новшеством является именно модульное обучение. То есть учебный план состоит не традиционно из дисциплин, а из учебных модулей, которые дают конкретный результат обучения. Важно, что во всех пилотных колледжах внедряется новая, актуальная для современного мира специальность – программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. В целом, отличное образование должны получить студенты этих центров передового опыта, но в образовании также важна квалификация преподавателя. В рамках проекта «Программа развития сектора. Навыки для инклюзивного роста» сегодня внедряется система повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения колледжей. Разработанная программа состоит из трех частей. Первая – подготовка преподавателей. Вторая – это переподготовка преподавателей. А в третьей части главный вопрос – это повышение профессионального уровня преподавателей. В рамках нашего проекта, то есть с начала его реализации, обучено в среднем более 1600 учителей среднего профессионального образования. 825 учителей, работающих в системе начального профессионального образования, также прошли повышение квалификации и обучение в рамках этого проекта. Кроме того, 175 мастеров производственного обучения также повысили свою квалификацию. Мы уже узнали ответы на вопросы, чему учиться, у кого учиться и как учиться. Новые специальности, новые учебные программы, новая подготовка преподавателей. Все это открывает отличные перспективы трудоустройства. Но проект «Программа развития сектора. Навыки для инклюзивного роста» пошел дальше и начал обучать студентов навыкам предпринимательства, которые позволяют открыть свое дело и быть финансово грамотными. Один из компонентов – это развитие предпринимательства и предпринимательских навыков у студентов.
В рамках этой задачи нашей программы была разработана концепция по обучению предпринимательству, которая говорит о важности и необходимости внедрения навыков предприимчивости среди современной системы образования. Под словом предпринимательство мы понимаем такой очень обширный набор компетенций, начиная от финансовой грамотности, знать, как составить расчеты и стоимости на свою услугу, на продукцию, которую они выпускают, знать, как составить бюджет, рассчитать издержки свои, то есть это как минимум. И как максимум это уметь себя преподнести на рынке, уметь себя, в кавычках сказать, продать на рынке, потому что сейчас очень большая конкуренция стоит, и современная молодежь должна правильно себя преподносить. У нас уже есть первые результаты, ребята открыли свое собственное дело. Оно не всегда в той сфере, в которой они обучаются, но тем не менее это дает нам показатель того, что сегодняшняя молодежь, она уже не ждет и не ожидает от государства, что его обязательно кто-то трудоустроит. Они сами себя находят на этом рынке. И, по-моему, это очень прекрасно. Мы постарались расширить взаимодействие с партнерами. Мы постарались показать колледжам, что им нужно привлекать работодателей, которые непосредственно будут заинтересованы в будущем в найме этих студентов-выпускников, которые они совместно и подготовят. И идея была в том, чтобы работодатели будущие, то есть предприятия, бизнес-среда, пусть это будут неправительственные организации, госпредприятия и так далее, они были не только оценщиками результатов труда колледжей, но были сами со-партнерами и сами были участниками подготовки этих студентов. Поэтому сегодня, значит, в рамках социального партнерства было подписано более 100 меморандумов с бизнес-средой, с предприятиями, которые находятся в регионах. Наши студенты сегодня не просто занимаются практикой, прохождением, они непосредственно участвуют и работают на производстве и занимаются оттачкой своих навыков на сегодняшний день. Кроме этого, одной из задач социального партнерства была помощь в подготовке и повышении квалификации преподавателей на базе предприятий. Здорово! Теперь действительно можно во время учебы получить все требуемые навыки. Кстати, те, кому требуется краткосрочное обучение, могут обратиться в Фонд развития навыков, который сегодня работает при Министерстве здравоохранения и социальной защиты и поддерживается проектом «Программа развития сектора и навыки для инклюзивного роста». Фонд обеспечивает отрасли экономики квалифицированными, востребованными кадрами, обучая граждан Кыргызской Республики, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья по заказу работодателей. Фонд развития навыков предоставляет возможность обучения сроком от 1 до 6 месяцев по 100 профессиям. 75% слушателей, прошедших обучение, трудоустраиваются. Фонд работает по всей республике. Для тех, кто выберет обучение в колледже, стоит знать, что в рамках проекта «Программа развития сектора. Навыки для инклюзивного роста» все 8 центров передового опыта были оборудованы современной компьютерной и офисной техникой. В настоящее время идет ремонт учебных корпусов, столовых и общежитий. Важно, что теперь все здания будут доступны для студентов с ограниченными возможностями здоровья. В центрах передового опыта устанавливают пандусы, подъемники, специальные санузлы для студентов с инвалидностью. Более того, чтобы максимально освоить профессиональные навыки, во всех 8 колледжах создаются учебно-производственные комплексы. Что это такое? Это реальные производства в учебном заведении. Здесь студенты смогут получить навыки по своей профессии на рабочем месте. Кроме этого, от производственной деятельности УПК будут получены дополнительные финансовые средства для улучшения учебного процесса. Учебно-производственные комплексы будут работать на принципах самофинансирования, не только обучая студентов востребованным на рынке специальностям сразу на рабочем месте, но и предоставляя услуги населению. Теперь пилотные колледжи действительно начнут готовить специалистов с высокой квалификацией. К слову о квалификации. На днях вышло очень важное постановление Кабинета министров о Национальном квалификационном совете.
Ранее проектом программа развития сектора «Навыки для инклюзивного роста» были разработаны и утверждены правительством еще два очень важных документа по национальной системе квалификации и квалификационных рамках. Формирование национальной системы квалификации является одной из основных задач национальной стратегии развития страны. Непосредственно наш проект совместно с Министерством образования начали реализацию данной задачи, по исполнению реализации данной задачи. Нами была проделана большая работа по части именно внесения изменений в закон. Также была принята сама концепция по развитию национальной системы квалификации, дорожная карта к нему на ближайшие два года. Но основным из ключевых элементов национальной системы квалификации является национальная рамка квалификации, которая также была разработана и принята решением правительства Кыргызской Республики. Национальная рамка квалификации, она состоит из 9 уровней, которые четко определяет каждый уровень, она полностью соответствует европейской рамке квалификации. Что нам дает именно национальная система квалификации? Национальная система квалификации – это в первую очередь сопряжение рынка труда с системой образования. То есть в первую очередь это прозрачность рынка труда, востребованные кадры, компетентные кадры, ну и развитие экономики в целом. В целях реализации национальной системы квалификации делается большая работа совместно со всеми ключевыми стейкхолдерами. Это как работодатели, это государственные органы. На сегодняшний день также был создан Национальный квалификационный совет, который будет способствовать именно сертификации, независимой сертификации. А что это значит? Это получается неформальные, информально приобретенные знания для людей, получившихся неформальные, информальные знания, будет возможность сертифицировать или валидировать данные знания. В данное время мы работаем над разработкой механизмов, инструментов развития Национального квалификационного совета. Также одним из основных элементов является это разработка отраслевых рамок квалификации, профессиональный стандарт. Что это такое профессиональный стандарт? Это требования работодателей к работнику, то есть конкретно прописаны, какие требования предъявляются работнику. Соответственно, на профессиональных стандартах будут разработаны образовательные программы, которые будут в итоге подготавливать компетентных кадрах, востребованных кадров на рынке труда. Сегодня центры передового опыта проекта «Программа развития сектора. Навыки для инклюзивного роста» уже не просто внедрили новые образовательные траектории и технологии, но и начали обучать персонал колледжей новым подходам в обучении. В рамках содействия цифровизации системы образования проектом оказывается поддержка внедрения информационной системы управления образованием или ИСУО. Данная система содержит данные обо всех образовательных организациях республики, всех учащихся и педагогах, начиная от детских садов и заканчивая вузами. В целом, данный проект выводит систему среднего профессионального образования на качественно новый уровень, формируя качественное, доступное, инклюзивное образовательное пространство в колледжах Кыргызской Республики.